ничейный результат наиболее справедливым. Вечер профессионального бокса «Дерись и побеждай». Шама Боксинг Промоушенс продолжается. Наш следующий поединок 6 раундов средний вес. Рефери в ринге Алексей Козлов. Боковые судьи Дмитрий Антонов, Антон Шарков и Андрей Курнявко. Приветствуем участников этого боя. Синий угол ринга, боксер из города Верхняя Пышма, Евгений Тершуков. Боксер красного угла из Узбекистана Элдор Черный Тигр Абдукадиров. Участников шестираундного поединка в среднем весе. Синий угол ринга, боксер 27 лет, рост 182 сантиметра, вес 76 килограммов 400 граммов. Проводит свой 16-й профессиональный поединок из города Верхняя Пышма Евгений Тершуков. Красный угол ринга, боксер 24 года, рост 178 сантиметров, вес 79 килограммов 300 граммов. Профессиональный рекорд 8 боев, 7 побед, 5 нокаутов при одном поражении. Из Узбекистана Элдор Черный Тигр Абдукадиров. Рефери в ринге Алексей Козлов. Итак, друзья, еще один бой, который запланирован в среднем весе, в весовой категории до 72 килограммов. Евгений Тершуков правый. Он сейчас от нас справа. Черные шорты с желтыми вставками. Он боксирует в синем углу. И его оппонент Элдор Абдукадиров. Он из Узбекистана. Красный угол. Собственно, шорты темно-синего цвета с серебряными вставками. Шесть раундов запланировано в этом бою. И всего у нас осталось два боя, в котором будут шесть раундов. Собственно, вот этот текущий бой между Тершуковым и Абдукадировым, следующий бой 6 раундов и еще один бой весовой категории свыше 91 килограмма. Он также у нас пройдет сегодня в таком формате, в формате 6 раундов.
невысокий темп демонстрируют сейчас боксеры. Подбирается Абдукадиров к своему оппоненту, загоняет его в угол. Ну что ж, будет ли расстрел, будет ли штурм? Нет, нет, отпускает. Заряжается Абдукадиров на удар. Хочет практически с первого раунда перебить своего оппонента. Но пока что справляется с этой задачей Евгений Тершуков. Терпит. Держит все атаки, выдерживает. Посмотрим, насколько его хватит. Но вот так зажиматься, конечно же, не очень правильно. Может быть, Тершукову лучше было бы поработать на ногах, подвигаться и с дистанции попытаться как-то навязать свой бой и, соответственно, спутать планы своего оппонента, потому как вот в такой силовой манере в ближнем бою агрессивно работать, на мой взгляд, лучше получается у Элдора Абдукадирова. Первый раунд завершен. Но я думаю, что подскажут сейчас Евгению Тершукову. Как ему действовать с точки зрения секундантов, с точки зрения тренерского штаба, как ему действовать наиболее эффективно. Акцентированные удары пробивает Абдукадиров. Ничего не поменялось в действиях Тершукова. Вновь он прижимается к своему оппоненту. Не двигается, не работает на ногах, не смещается. И позволяет вот наносить такие акцентированные удары. Ну, на мой взгляд, это ошибка, потому как какое-то количество ударов, естественно, принимать на себя можно, но рано или поздно это заканчивается. Либо твой оппонент подбирает нужную траекторию для себя и попадает, либо просто приходит понимание, что боксер продолжить этот бой не сможет. Сейчас очень жестко по корпусу, а затем перевел на голову. Да. Да, друзья, абсолютно справедливое решение. Рефери в ринге останавливает этот бой ввиду явного преимущества. Что-то не пошло у Евгения Тершукова в этом бою. Не смог он найти каких-то аргументов для своего оппонента. Ну, а Элдора Абдукадирова очередная досрочная победа в карьере, с чем его, собственно, и поздравляем. Рефери этого боя Алексей Козлов остановил поединок через 1 минуту 25 секунд второго раунда.
победу техническим нокаутом одержал Элдор Черный Тигр Абдукадиров. Красный угол. Поздравляем Элдора. Ну и двигаемся дальше. Давайте посмотрим наиболее яркие моменты прошедшего боя. Был он не такой уж затяжной.